каждой школе своя программа. Бумаги гора, почти до небес. Эй, сколько уже килограммов? Почти 6000? Да это же целый лес. Мы молодцы, мы собрали много. Это здорово спасти целый лес. Но подводя сегодня итоги, в будущем ждем мы еще много чудес. На торжественной линейке в 32-й гимназии собрались активисты экологического движения. За месяц им удалось собрать больше 6 тонн макулатуры. Сначала, рассказывают ребята, идеи не вдохновились, а потом дух соперничества взял верх, и остановиться было уже невозможно. Призы вручали классу победителю из каждого звена. В среднем звене лучшими оказались восьмиклассники. Они собрали 548 килограммов. Мы вообще ходили везде. По магазинам, по домам даже ходили, по аптекам. Просили макулатуру. Люди реагировали по-разному на самом деле. Кто-то спрашивал, да, это еще делается, а кто-то такой, ой, да, молодцы, хорошо. Кто-то давал макулатуру, кто-то отказывал. То есть и как-то постепенно вот так вот набралось. Коробки, бланки, анкеты, бумажки, газеты. Принимали все. Собранное вторсырье отправят на переработку. Бумага получит вторую жизнь. Мы собрали более 6 тонн, и это спасло более 60 деревьев. По-моему, это очень важно для нынешней экологии, для будущего нашего мира, нашей страны, нашего города и области. 60 деревьев – это примерно одна спасенная от вырубки аллея. За каждый килограмм до 6 рублей выручки. И природе польза, и школе дополнительный доход. Полученные средства потратили на изготовление стенда с именами победителей. Ими гордится гимназия. И на покупку сувенирной продукции. Традиция сбора макулатуры в этом учебном учреждении уходит корнями в далекое советское прошлое. В свое время обелиск, который самый первый обелиск, установленный воспитанником, погибшим в год Великой Отечественной войны, был как раз-таки построен на средства, собранные с сдачи макулатуры металлолома. И поэтому мы вот решили вспомнить такую традицию, совместить два благородных дела. Продолжать благое дело ребята планируют и в следующем году. В мечтах привлечь к экологическому движению все учебные заведения региона, чтобы спасти не аллею, а целый лес. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.